Всем привет! Вы на канале Кока Тилахман. И сегодня я буду вам показывать, как боксировать. Ну, как учиться делать бокс. Сейчас вы все увидите. Например, есть какая-то боксерская, ну, нету боксерской груши, но есть мяч. Вы можете выйти тренироваться вот так. Видите меня? Все видят меня. Берете вашу хорошую руку, не знаю, это ваша хорошая рука или это. Все равно, какая ваша, ну, какой рукой вы пишете, короче. Если вы еще в садике, какой рукой, ну, и вы не умеете писать, значит, какой рукой вы рисуете. Берете свой кулак и делаете сначала вот такие вот мягенькие удары, потом вы будете, ну, ваши кулаки будут сильнее и придется делать с одним кулаком. Ну, сначала, конечно, вот так вот. Немножко вот так вот поделать. Со временем вы будете это делать быстрее. Ну, короче, смотрите. Ну, когда вы уже размялись, ну, разминка это вот это все. Локтем я выставлю в этом видео. Сегодня буду учить, но только маленькие трюки, потому что локтем я пока не очень. Ну, посмотрите. Как я говорил, берете кулак вашей хорошей руки сначала, потом уже идет плохая рука. И бьете вот так, пока слабенько, так, не обязательно. Сильно, сильно это когда вы уже будете хорошие. А вот потом вы начинаете делать посильнее. Дайте я вам сейчас покажу. Смотрите. Вот потом вот так вот дома у вас будет получаться. Ну, это считайте, когда вы уже будете сильны. Ну, думаю, после этого, после такого, вы делайте, пожалуйста, вот так. Это лучше будет. По сторонам, по бокам, посередине. Неважно, вы попадаете или нет. Вы быть не в бою, а боюете с мячом или с боксерской грушей. Потом начинайте делать вот так вот. Ровно. Видели, как ровно? Посмотрите еще раз. Вот так. А потом начинайте. Ну, это уже сильно, это уже потом, когда вы будете хорошо. А теперь та-та-там, самое сильное. Подождите. Ай, не так. Смотрите.
видите, ровно-ровно, и еще раз, потом оно уже у вас, если это на балконе, будет на крышу попадать, и вы будете просто, ну, уже похожи на профессионала немножко. Так. Ну и давайте самое сильное. Смотрите. Видели? Посмотрите еще раз. И потом оно еще долго качается, если вы не остановите. Ну, мое видео на сегодня закончится. Ну и не забывайте регулярно тренироваться спортом. Кстати, делайте отжимания. Ну, вы посмотрите. Ну, вот так-то плохо делать. Смотрите, как это должно быть. Ноги ровные, спинка ровная, попа тоже ровная. И вот так. Ну, прямо около, только не падайте, как я, ну да. Видите? Как это делается? Короче, всем пока. Вы были на канале Коко Тилахман. Сейчас коронавирус и все такое. И давайте прощаться, пишите мне, пожалуйста, комментарии. Я вас всех, ну, очень, ну, короче, я не знал, как это вам сказать. Но вы мне нравитесь, все, кто смотрит мой канал и знает, кто я. Короче, вы были на канале Коко Тилахман. Всем пока!